Всем привет! Сегодня небольшое видео о безопасности на дороге, именно о сцепных устройствах, даже не о сцепных устройствах, а о страховочных тросиках или цепочках. Буквально несколько слов, потому что часто работаешь с прицепами, с людьми и видишь, как они цепляют и чем это чревато. Давайте начнем с первого прицепа, то, что у нас здесь под рукой, это у нас липецкий титан, комплектуется с завода вот такими вот тросиками. Вот здесь специально немножко неправильно поставили, показать именно как не стоит его ставить. Очень часто вижу, что приезжают люди и вот они под вот этот болт, либо под вот этот, ставят вот этот тросик. Ну и делают такую большую петелину, которая легко может в любой момент соскочить. Во-первых, сцепное устройство – это наша безопасность, и оно всегда должно быть здесь плотно прижато и прикручено без всяких вот этих вот прокладок в виде тросиков, цепочек и так далее. Поэтому здесь есть специальное отверстие, сюда вот воткнули болт, прикрутили, если уже оставлять вот эти вот цепочки. Чем эти цепочки мне не нравятся? Ну, то, что, конечно, вот это вот все это... Пробовали, тянули, и на заводе, где мы делаем свои комплектующие, тоже такие вытаскивали, они там на раз-два они вылетают, выскальзывают отсюда, как бы их тут не сдавливали. Это первое. Второе, их оставляют, вот дает завод такие длинные, их такими длинными и оставляют. Завод делает такими длинными, потому что у кого-то здесь крюк, куда цепить, кто-то сюда цепляет, ну по-разному, они делают универсально. Смыслы этих страховочных тросиков в том, чтобы при отцеплении прицепа прицеп не клюнул носом в землю. Вот здесь на примере внедорожник стоит, но на легковушке даже вот такой вот половины длины хватит, чтобы прицеп уперся в землю и оборвался. В любом случае никакая цепочка и тросик не выдержит, если прицеп на скорости воткнется в землю. Он улетит и все, и хана ему. Поэтому всегда, когда устанавливаете тросики либо цепочки, старайтесь делать какую-то длину такую, чтобы при слетании сцепной головки, да, то был небольшой провис, чтобы он вот так вот висел и болтался за машиной, и это можно было бы увидеть в зеркала. Так, это касаемо цепочек. Дальше покажу, какие бывают еще разные заводы. Вот, допустим, завод «Спутник». Здесь у них идет уже хорошая цепочка. Почему тросики мне те не нравятся? Ну, они как-то и трескаются, и колятся, и, в общем, не очень такая. И грязные постоянно в масле. Цепочка как-то поинтереснее, на мой взгляд. Если она вот такая мощная, тяжелая, здесь хорошая цепочка. Завод здесь ничем не комплектует, ни карабином, ничего. Вот предлагает так по умолчанию болт. Здесь мы также накидываем и крепим его. Сейчас покажу, кстати, забыл сказать. Правильно крепить вот в подобные крепления. На большинстве прицепов есть специальное там либо ухо такое там наваренное или отходит, либо пруток такой, ну в общем к чему-то стационарно фиксированному прикрепить карабином, чтобы не было возможности слететь. Вот здесь вот эта вот петелька, она слетит. Либо как чаще всего я вижу, возят прицепы, это берут, накинули, зацепили сверху, вот так накинули и все. Бывали случаи, когда прицеп отлетает и цепочка целая, даже она ни малейшего какого-то страховочного своего назначения не понесла. То есть, поэтому всегда вот взяли, прикрепили его либо болтом, но это не очень удобно, мне кажется, все-таки карабин какой-то с болтовым соединением будет лучше. Вот. И опять же делаем длину такую, чтобы у нас прицеп, отсоединившись, болтался, не дотянулся ни в коем случае ничем до земли, потому что оторвет цепочку и все. Вот. Но на легковушке, где низко находится фаркоп, это все не так просто делать. При вот таком вот большом расстоянии, как бы мы коротко его не вязали, все равно клюнет в землю. Надо переносить цепочку куда-нибудь вовнутрь, ну, что-то думать, потому что если
здесь вот будет фаркоп, то есть здесь где-то крюк, за что мы будем цеплять, не крюк, а отверстие, и вот такой вот длины достаточно, чтобы прицепить его. Поэтому либо перекидываем его через сам фаркоп, там крест-накрест, и цепляем, ну, чтобы смысл, надеюсь, понятно, я постарался объяснить, чтобы не было провиса до земли. Так, дальше у нас прицеп-трейлер. Трейлер у нас комплектуется вот таким вот карабином, вот такой вот карабин. Это, наверное, самое удобное, оптимальное. То есть он не разгибается, он здесь на болтовом соединении. Вот. И здесь все четко, все здесь сделано внутри, вот к этому болту, который не несет никакой ответственности, ничего не держит. Он именно сделан для того, что этот болт держал именно вот эту данную цепочку. Вот. И по длине здесь также можно все это карабином отрегулировать, и все будет здорово. И последний момент такой хотел показать. Вот такие вот еще есть, выпускает завод, заводского исполнения. Все это здесь испытанная нагрузка тонна 700 или тонна 750. Очень удобно. Мы берем, допустим, на данном прицепе под дальний болт мы вовнутрь заводим вот этот конец. Здесь у нас идет болт, мы пропускаем через вот эту петлю, и вот что у нас получается. Вот, подними, пожалуйста. То есть вот эти мы убираем, вот он у нас, вот этот тросик находится внутри, нигде никого не цепляет. Вот этими вот штучками все аккуратно сделано, обжато на заводе, протестировано. То есть вот так вот у нас, и мы его сверху головкой закрыли. Все, и если у нас вдруг прицеп отцепляется, то какой бы ни был фаркоп или легковая, до земли не дотянется. И тонна 700 здесь нагрузка уже испытана. То есть мне кажется, что для тех фаркопов, где нет подобных отверстий, где нету петель, ушей, куда не прицепить карабином, наверное, будет самое оптимальное, это вот этот вот вариант. Все, всем спасибо за внимание.